Таким спортсменам действительно надо помогать. И все, что от нас зависит, мы стараемся, конечно, делать. Мы надеемся, что эти спортивные результаты у нас будут дальше расти. Есть подготовка у нас, задача, прошу выступить на первенство мира, правильно? Отобраться туда, мира. Дима, конечно, улучшит свои спортивные результаты. Я думаю, что все спортсмены, которые в этой школе, будут также радоваться вашим успехам. Поздравления от коллег и друзей. На соревнованиях Анастасия Шевченко помимо 4 золотых медалей показала норму мастера спорта. Проплыла на спине 50 метров за 40 и 27 секунды. Дмитрий же пусть и не занял призового места, но говорит, достиг личной победы. Выполнил норму второго взрослого разряда. Теперь же у ребят есть одна общая и большая цель. Спорт – это здоровье, это способ, когда же не способ не пить, не курить там и вредные привычки эти, чтобы было к чему стремиться, чтобы не прогибаться под все это. Нужно попасть на Паралимпиаду. Спорт – это жизнь. Вот, коротко. А стремлюсь я, наверное, попасть на ближайшую Паралимпиаду в Токио. Но, как признаются юные спортсмены, до Паралимпиады в Токио предстоит еще много стартов. Так, Анастасия уже планирует в октябре принять участие в еще одном первенстве России, чтобы потом пройти отбор уже на чемпионат мира.